Французский концерн через несколько дней на автошоу Сан-Паула Мотор-шоу в Бразилии представит новый концепт Renault Duster Urus. К сожалению, до премьеры концепта французы держат в тайне технические характеристики машины. Но судя по промо-ролику, присланного нам пресс-службой концерна Renault, Duster Urus создан в стиле многофункциональных машин, предназначенных и для отдыха, и для повседневной жизни. В частности, у Duster весьма удобный кузов, состоящий из полноценного пассажирского салона плюс грузовой площадки класса пикап. Благодаря этому на машине можно перевозить различный груз, от строительных материалов до спортивного снаряжения. При этом перевозимый груз не доставит неудобства пассажирам и водителям. Несмотря на отсутствие технической информации, нетрудно догадаться, что Duster оснащен системой полного привода для преодоления бездорожья. Впрочем, более полную информацию о новом концепте Renault мы сможем узнать через несколько дней, когда состоится официальная премьера машины на автошоу в Бразилии.